Сделать цветы из одноразовых ложек или экологическую игрушку из деревянной стружки и капроновых колготок. Придумать, как заинтересовать ребенка на занятии и научить его читать и рисовать. Зареченские педагоги поделились своим ноу-хау на третьем этапе конкурса профмастерства «Воспитатель года 2017». Они провели мастер-классы для коллег, работников детских садов города. Участницы должны показать один методический прием, либо технологию воспитания, образования и развития детей. Этот прием, конечно, должен соответствовать современным тенденциям дошкольного образования. И все методы и приемы, которые сейчас используют воспитатели в своей работе, они, конечно, должны соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Воспитатели должны заинтересовать своими какими-то находками, изюминками других воспитателей. Воспитатель детского сада номер 18 Светлана Лукьянова поделилась с коллегами секретами эффективной игры. Она предложила накормить куклу, но названия угощений должны были состоять только из двух и трех слогов. А еще на ее мастер-классе нужно было проявить смекалку. Чайник. Носик. Велосипед. Рум. Книга. Страница. Машина. Колесо. На мастер-классах, третьем этапе городского конкурса «Воспитатель года 2017» педагоги могли заработать до 30 баллов. На следующей неделе конкурсантам предстоит еще два испытания – занятия в своей и незнакомой группах. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».